Апельсин, он такой же сочный, как и наш отель. Арам, нас снимают. А, да? Всем привет! Мы делили апельсин, много нас, а он один. Но это не про фрукт, это про наш клуб-отель. Апельсин встречает нас распростертыми объятиями уже не первый год. Кстати, второй. Не терпится вас с ним познакомить. Пойдем. Здравствуйте, а как вы удивляете своих гостей? Здравствуйте. Своих гостей мы удивляем всегда по-разному, получается, удивлять. Например, у нас есть бассейн замечательный, где у нас все посетители всегда рады, довольны, им все нравится, все устраивает. Также мы можем удивить наших гостей замечательной кухней. Кухня – это наш козырь, можно сказать. Кухня у нас замечательная. Вы сами же у нас кушали. Что можете сказать про кухню? Нас кормят отменно, и вообще мы ходим сытые всегда. Покажите свою могучую силу. Вы, наверное, сильны. Давайте смиримся. О, да вы сильны. Вы, наверное, часто спасаете детей. Конечно, часто спасаю. Помогите! Все, мне некогда. Мне пора спешить на помощь. На территории отеля «Апельсин». О, пацаны, вы куда? Бар! Подождите, подождите, я с вами. Нам двойной. Лимонад. Ну, девчонки, ну как у вас тут? Вкусно? Да. Очень. Да. Обалденно вкусно. Слушай, как ты, как ты? Тебе хватает еды? Да, очень. Я просто вообще силен, как зверь. А сейчас мы проверим, как комфортабельно проживают наши гости отеля и, конечно же, проверим номер на чистоту. Пройдемте. А сейчас мы посмотрим, как комфортабельно отдыхают гости нашего отеля и, конечно же, проверим его на чистоту. Проходим. Чисто. Тоже чисто. И тут тоже чисто. Thank you.